этому. В прошлом году удалось добиться сокращения аварийности на республиканских дорогах. Об этом начальник ГИБДД Чувашии Владимир Романов говорил на заседании правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. По информации ГИБДД, число погибших снизилось на 15%. Однако вызывает опасения тот факт, что выросло число происшествий на пешеходных переходах. На заседании комиссии отметили, что более четверти ДТП произошли там, где были зарегистрированы неудовлетворительные дорожные условия. На состояние дорог после зимы обратили внимание и общественники. Поступило большое количество жалоб от граждан, которые жаловались на разбитые дороги, как подчеркнул Владимир Геннадьевич. Что касается трассы М7, в том числе и городских, как Чебоксары, так и Новочебоксарск, жаловались как и на разбитую подвеску, и нарушение лакокрасочного покрытия. После ямочного ремонта ямы нередко превращаются в выбоины, что крайне опасно для движения автомобилей. Считаем, что причиной плохого качества дорог является не только нехватка финансирования, а само качество дорожного ремонта. Подрядная организация «Водборсуэль» запустила асфальтобетонные заводы, вытащила 3 метровых фрезы, ну не единовременно, этапами, да, и приступил к ямочному ремонту картами. И объем работ, которые им мы закрываем, мы принимаем, только сделаны по технологии. То есть с фрезой, с укладчиком, с катками. Такого, я могу вам сказать, точно нет, не было на февраль-март месяц. Принятые меры, конечно же, дадут результат, но безопасность на дорогах начинается с себя. Вне зависимости от статусов и званий нужно соблюдать общепринятые правила дорожного движения. Тогда и усилия многих ведомств по улучшению ситуации на дорогах будут не напрасными.